После русско-турецкой войны Российской империи необходимо было место на южных рубежах для строительства военного флота. 18 июня 1778 года императрица Екатерина Великая издала указ об основании крепости и верфи. Так был основан город, названный в честь Херсонеса Таврического Херсон. Основателем города стал фаворит императрицы Григорий Потемкин. В те времена превосходно описаны в историческом романе Валентина Пикуля «Фаворит». Херсон хорошел, появились каменные казармы и магазины. Арсенал возвышался над городом, готовились к спуску фрегаты. Через свою канцелярию он указал немедля закладывать в Херсоне литейное производство. Требовались ядра и пушки для флота. Потемкин ощущал себя вроде Колумба, открывающего для Отечества новую Америку. А помещики севера России проклинали его, помещика Южной России. При дворе, в коллегиях и в Сенате открыто говорили, что все начинания Потемкина – мыльные пузыри. Городов там нету, флота нету. Это он нарочно напридумал, чтобы казну грабить. Потемкин, в свою очередь, требовал у Екатерины. «Дабы вздорные слухи пресечь, матушка, ты как хочешь, а я тебя в Тавриду выманю, и ты своими глазами убедись». Потемкин назначил командующим войсками Юга России Александра Суворова. Основной задачей Суворова стало укрепление пограничных пунктов и крепости Херсон. Суворов несколько лет прожил в Херсоне, сохранился и дом, в котором он жил. В современное время в этом доме расположились магазины и офисы. Рядом с домом установлен барельеф херсонского скульптора Белокура «Солдаты Суворова в бою». В конце 18 века Херсон сыграл важную роль в развитии внутренних и внешних экономических связей России. Через Херсонский порт осуществлялась торговля с Францией, Италией и другими европейскими странами. После появления портов в Николаеве и Одессе значение Херсонского порта и верфи снизилось. Начиная с февральской революции 1917 года и до 4 февраля 1920 года власть в городе постоянно менялась. После основания Украинской ССР и окончания гражданской войны в России в Херсоне начали восстанавливать промышленность. В начале августа 1941 года началось укрепление тылового рубежа обороны по берегу реки Днепр и до побережья Черного моря. 19 августа 1941 года гитлеровские войска оккупировали Херсон. В период оккупации в Херсоне действовали советские антифашистские подпольные и партизанские организации, в том числе под руководством Емельяна Гирского. На стороне оккупантов действовали националистические организации. Одну из них возглавлял Богдан Бандера, родной брат Степана Бандеры. 13 марта 1944 года Красная Армия освободила Херсон. В послевоенное время в городе начались восстановительные работы. Многие здания были разрушены за время фашистской оккупации. Например, Херсонская Мариинско-Александровская женская гимназия, которая была основана в 1854 году сестрами Газадиновыми. В 1902 году, 25 августа, по проекту инженера Казимира Квинта закончено строительство нового комплекса гимназии. Здание первой гимназии после 1917 года использовали под казарму 45-го стрелкового полка 17-й Сивашской дивизии. В марте 1944 года, принадлежавшее военному оккупационному ведомству, здание было взорвано немцами. На его фундаменте построен судомеханический техникум, получивший имя флотоводца Федора Ушакова. Другим примером было здание городского театра. В 1889 году был построен театр. Архитектура его не представляет какого-либо художественного интереса. Зрительный зал выполнен в стиле Ренессанс. В текущем году перед главным входом в театр поставлен портик с четырьмя рустованными колоннами, несколько украсивший его угрюмый вид. 14 марта 1944 года, на следующий день после освобождения города, театр взорвался. Мина была замедленного действия, и немцы рассчитывали, что на следующий день в театре соберется руководство, военное и административное. Но сторожилы говорят, что рвануло ночью, а потом еще два дня народ растаскивал стулья и бархат с этих стульев по домам. В 1977 году началось строительство автомобильного Антоновского моста, который был сдан в эксплуатацию после 8 лет стройки. В середине 1950-х годов была построена Каховская гидроэлектростанция. Уровень воды в реке Днепр после возведения гидроузла поднялся на 16 метров, образовав Каховское водохранилище в 70 километрах от Херсона. Что же случится, если трагедия на Каховском гидроузле произойдет? Мнения экспертов расходятся о последствиях разрушения гидроузла. Одни предполагают, что затопится правый берег Днепра, включая большую часть города Херсон. Другие предполагают, что будет затоплено левобережье. Например, в истории был. В 1941 году советское правительство отдало приказ взорвать часть плотины Днепрогэс. В результате 12-метровой ударной волной было затронуто именно левобережье Днепра, где проходила оборона Красной Армии.
армии. В 1943 году положение дел на Восточном фронте изменилось, и уже фашисты начали готовить подрыв плотины Днепрогэс. Если возвращаться в настоящее время, то в результате обмеления Кахарского водохранилища возникнут проблемы с водоснабжением бассейна, охладителя, атомной станции в Энергодаре и Крымского полуострова. Будем надеяться, что трагедия на Каховском гидроузле не развернется, и многие города на правом и левом берегах Днепра останутся стоять дальше. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.